In the Age of Ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights, and the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own. And the dragon. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. Man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. This is your fate.
Матери божья! Хей-хоу всем, с вами Дромонин Дрин, и сегодня мы начинаем проходить, наверное, долгожданную игру Dark Souls Prepare to Die Edition. Вторую я прошел, теперь время совместить все вместе, уложить это по полочкам и поиграть в первую часть. Собственно, такое вот у нас начало. Некие четыре повелителя, ну, если с драконом считать, если без дракона, то три. Уничтожили всех драконов. И мы сейчас находимся где-то далеко-далеко на севере в лечебнице нежити. А, не могу удержаться! Умрите! Умрите! А, ты уже мертв. Ладно. О, 20 душ. Погодите. О, май гад. Это покруче гиганта будет, чем во второй части. О, погоди, мистер, ты еще меня ждешь? Эй, ты хочешь дать мне отпор? Ага, не выйдет. Ни у кого не выйдет. Я всемогущий. Я Андриан. Сын, ну, чей-то там сын. Ладно. Не суть. В общем, начал я играть клириком. По ходу дела все увидите, разузнаете, вместе все разжуем. Ну, и, собственно, извините за подлагивание. Я не знаю, от чего они взялись. Здесь всего от записи. Не знаю. А, тут да-да-да-да-да. Тут есть такая особенность, нужно сидеть на кострах, чтобы на них сохраняться. Так что не игнорируйте эту возможность. О! Знаю, как мы сделаем сейчас. Красота, не правда ли? И что у нас тут? Убегай. Куда? Эй! Это нехорошо, эй! Ну ладно. Босс самого начала игры тоже неплохо. Ах ты, блин. Ах ты, блин. Наконец-то, люди, спустя все эти долгие мучения, я все-таки додумался, куда идти. Черт возьми, эта тварь просто неостановима. В начале игры такую махину кидать, это вам не гигант во второй части, где ты просто легонечко прогуливаешься до него, а потом неожиданно бац, и выясняется, что тут есть мощный противник. Тут тебе его сразу в лицо кидают, говорят, это Dark Souls, детка. Тут с тобой никто не будет сюсюкаться. Так. Его догнали. Ой-ой-ой. Это тебя не достану? О, бэкстаб. Хорошо, хоть бэкстабы не поменялись. Да-да, лежи, умирай там. Будем пока привыкать понемножку к щиту. С щитами я не часто бегаю. Знаете... Начало неплохое. Несмотря на всю сложность, оно очень неплохое. Прямо так берет. А! Пьет ты, блин, а! Берет и мне и в жбан дают. Ты кто? А, погодите, это тот рыцарь наверху.
You're now hollow. Thank goodness. I'll die soon. Then I wish to ask something of you. You and I were both undead. Ну давай. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum, when thou ringeth the bell of awakening. Well, now you know. Oh, an Estus flask. Ого, фласочки. Сразу 5. Таинственный... А, не таинственный. Ключ от восточного крыла второго этажа. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. And thank you. Использовать. Ну, мне эти советы бесполезны. А тут просто... Опа, он еще себя убил? Во-первых, я почему-то получил его души. Во-вторых, он говорит, не хочет навредить мне после смерти, а сам распался в душе. Как-то это нелогично. О, срез к первому костру. Давайте посидим на нем. Главное, что тот бешеный шар не резнулся. Ну, хотя бы теперь он ожидаем. А туда этого такой неожиданный поворот выехал на меня. И сбил. Чё, нет? Не будет? О, привет, парень. Надо было попробовать тебя парировать. Ага, парировать вот так. Все понятно. Ну-ка посмотрим. Холщовый талисман. Ой-ой. Все не то. Ну и что ты там стоишь? Талисман с собой свой в эту руку, чтобы он нам не мешал. Может вообще вот так? Да, так лучше. Ой-ой-ой. Честно говоря, на мобов начало небольшое. Но... Босс... Господи, какое мыло! Как было, смотрю на серию Сэм 2. Там только есть же мыльные фоны были. Когда снега были. Боже. Ну тут точно босс, давайте еще сходим в дверку, посмотрим сначала. О, а ты вроде противник посильнее. Ой-ой-ой. Еще бы немного и все. Заспамим его. Все, теперь мне щит не нужен. Так, и тут охранял какую-то дверку. Заперто. Это почти как намек на потрачено, только заперто. Погодите. Ну, ё-моё. Уи! А я знаю удар в полете. 405 здоровья? А немного ли у тебя здоровья, девица? Теперь-то я уже все твои удары знаю. Проклятая эта жирная туша. Ну, а тебе не так уж сложно было заковырять. Давайте что-нибудь использовать такое эпичное. Человечность и большой ключ паломника. Мелковато, не находите? А, ну еще 2000 душ. Спасибо хотя бы за это. Для начала, я думаю, сойдет. Итак. Что у нас тут? Отлично, ступай прямо. Ну, это от разработчиков. Что у нас тут в руинах есть? Опа, гнездо! Помните это гнездо? Интересно, оно тут такое же? Вроде ничего не происходит. Видимо, нет. Просто отсылка. А погодите. Это же было во второй части, как в первой части, может быть, отсылка ко второй. Может, патчи. Я не знаю. Что у нас тут есть, надо посмотреть еще. Разработчики любят прятать как можно больше. О! Видите, какое-то сообщение. Ну-ка, ну-ка. Иди к папочке. Слева. О, это гениальный подсказчик. Без тебя бы я ни за что не заметил. Кэп. И обрыв. Шикарно. Может сюда? Дивный клад впереди.
Оценка 0. Что-то я не верю в это. Хотя в первой, во второй части так же было. Лететь далеко. Или там какой-то дивный клад. Опа. Кат-сцена. Ну, наверное, единственная за всю игру. Ох ты, блин. Хватит пугать всякими неожиданными штуками. Уже 3 неожиданных штуки было, даже 4. Мертвец, сбрасываемый сверху, босс, шарик и теперь вот эта вот курица. Страшилище. Лордран. Что-то мне напоминает одну страну с принцем, который предал свой народ, обратил его в нежить. Ё-моё, так я в истории Варкрафта! Итак, мы приземляемся в неком Лордероне. Лордероне. А без разницы, одно и то же. Я уверен, мы играем просто в Варкрафт. Его назвали по-другому, чтобы не плагиатить. И чувак. В Лордроне можно получать новый уровень и разжигать костры. Спасибо, Кэп. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? But there's no salvation here. You'd have done better. Well, since you're here, there are actually. One's up above in the undead church. They ring them both, and something happened. Not much to go on, but I... So, off you go. Знаете, этот чувак мне напоминает того чувака, который был унылый Солден. Тоже сидит и раздает советы или просто уныл. Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could suck. Спасибо, мрачный человек. Не избежать полы. В смысле, он не избежит полого? Ну да, меня-то он точно не избежит. Короче, сидящий мануал. О, намек на вторжение. Кто он безумный, а не унылый? What are you look? Don't try anything clever. Да я не хочу читать сообщения. Oh, that's all we... Well, listen, one of the bells, you have to climb the stairs up the roof. The other bell is back down within the plit, but I die again. Сунусь в помойку? Это намек? Bloody hell, what is it now? You ask too. What now? I'm not up for chatting. Все, что ли, выдохся? Да, выдохся. Ну, давайте искать ништяки. Про один ништяк я прочитал, который мне нужен. Не то, чтобы он был полезен для геймплея, просто я прочитал. Он нужен. Ну, туда мы точно не пойдем, это проход дальше в локации. Тут стена. Вы узнаете, что за ништячок, возможно, вам он и пригодится. И... Лут, огненная бомба. Огненная бомба. Ну, наверное, пригодится. Хотя я ни разу не использовал их, ни никогда. Что у нас тут? А, опять. Привет, толстячок. I believe we are not a как мы похожи. I am Petrus of Tharallon. Петрус из Тарлунда. Have you business with... If not, I prefer to keep it. Подальше держаться? А не охамел ли ты часом? Hello there. I realize that I have requested that we retain. But I also want you to know... Here, take this. No, погодите, он так быстро поменял свое мнение раз и говорит «мы»? Кто мы? У тебя раздвоение личности? I know. I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach would that? Само собой. Very well. Then first. Now let only their ultimate effect.
Это мы знаем. Выучить жест. Не знаю! Да знаю я это, знаю! Поиск помощи, 2000. Нет, спасибо. Сначала я потрачу все на прокачку. Это мне по-любому пригодится. Как все у них тут плохо. О, еще один лут. Душа пропавшего мертвеца. Насколько это полезный лут? Так. Ага, сломанные эти проводники. Подъемники. А внизу там что? А внизу можно прыгать. И зачем я сюда спрыгнул? Надеюсь, мне кто-нибудь подскажет. Чтобы найти целый клондайк сундуков. Шикарно. Чё их и сломать нельзя. Поэтому точно мимиков не найдем. Видимо, они в первой части да тоже есть. Если бы их не было, это было бы неприкольно. А, у меня лучше. Представляю, в самой первой локации мимика. Вот это был бы неожиданный поворот. Треснувшая красное око, отлично. Она нам тоже понадобится, несмотря на то, что мы другой персонаж. Нужно же снимать видео. Талисман Лойда. Ой-ой-ой. Так, я понял, куда мне идти сейчас. Этот предмет, который мне нужен, есть на кладбище. Но прежде чем мне его забрать, я хочу потратить души. Чтобы нечаянно их не потерять. Тут даже кто-то умудрится, сумел умереть. Умудриться. Ой, ты за мной будешь гнаться? Или нет? Да, ты мне на костер не дашь сесть. Придется тебя убить. Иди сюда! Убил? Убил. Ну, 50 душ это так себе, мелочь. Новый уровень. Да, тут, слава богу, нет этого убогого вестника. Так, и с чего мы начнем? Сколько мы вообще можем поднять? Только 3. Ну ладно, поднимем ловкость до 11. Неплохое начало, не правда ли? Так. Ага, и чудеса мы можем тоже применять. Отлично. Теперь... Дайте посмотреть на мои души, уберитесь, стимовские парни. 257, ну, не так много. О, погодите. Что это за открытый сундук? А лут-то где? Странная вещь. Статуя какая-то с ребенком. В каких-то корнях. Ладно, сейчас это не имеет значения. Сейчас мне нужно забрать ту самую вещь. Я не знаю точно, где она находится, но будем бегать и собирать все. Будем собирать все. Полностью. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. С падениями у меня разговор короткий. В частности, они меня убивают. И... Фух. Ай-яй-яй, бежим, бежим, бежим. Наворачиваем. Ой-о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 й
Блин, а как туда пройти? Ай-а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 й
пройти. О, я вас обошел, а я вас обошел, а я вас обошел. Так, там я видел спуск куда-то, но думаю, туда нам не добежать. Так как я даже не вижу, что я поднимаю. Черт. Ух! Фух! Фух! Да. Несмотря на то, что эти части различаются очень сильно по механике, мой скилл тут пригодился. Так, все, теперь нужно сесть и все. Все пропадут. Теперь давайте посмотрим, что мы собрали. Перво-наперво, конечно, бинокль, который мне понадобится. Еще я собрал свой хантер в начале игры. Ладно. Крылатое копье какое-то. Все. А костюмы? Ничего.
кольца. Это... Не, ничего. Так, сколько у нас длится видео? Ага, ясно. Ну, что я могу сказать? Наверное, мы на этом закончим. Всем большое спасибо, с вами был Друманиндрин. Сейчас, вот так вот. Всем большое спасибо, с вами... Погодите. Вот. А, вот так вот. Всем большое спасибо, с вами был Друманиндрин. Подписываемся, лайкаем, комментируем. И обязательно отписываемся, как вам видео, чтобы я понял, стоит ли продолжать дальше линейку Dark Souls или нет. Собственно, всем... Вас славит солнце, удачи и пока!